В областной школе Олимпийского резерва по боксу традиционная вечерняя тренировка. Но ее участники молотят по мешкам и грушам с особым рвением. Накануне школа получила новый спортивный инвентарь. Мешки, боксерские перчатки, снарядные перчатки, лапы. Для нас это очень важно. Тот инвентарь, который был взамен нового, пойдет, значит, по школам, те, которые у нас находятся в районах. Все эти обновки для боксерской школы пришлись как нельзя кстати. 8 ульяновцев готовятся стартовать в всероссийской летней универсиаде. Среди них студент филиала технического университета Рахман Бабакишиев. Он выступит в весовой категории до 63,5 килограммов. Ну вот сейчас идет последний подготовительный этап к универсиаде. Я понабираю обороты полные и буду удивлять соперников агрессии своей. Ну, жесткими ударами. Свободнее, свободнее. Руки от подбородка. Расковлю. Кроме технаря Бабакишиева в ульяновской команде еще 6 студентов педуниверситета и Леонид Соколов из аграрного университета. Наставник Геннадий Соколов, который отвечает за подготовку боксеров-студентов, надеется, что его подопечные будут бороться за медали. Сейчас уже по ребятам смотрим. Они функционально готовы. Физически тоже. Слава богу, что никто не травмирован сейчас у нас. Огонь горит в глазах. Боксерский турнир в рамках универсиады пройдет в Волгоспорт-арене. Первые поединки 5 июля. Финальные бои в пятницу 8 июля. Михаил Саршанский, Управда ТВ.